теперь еще мне написать? Передо мной на столике у грюма лежит письмо, что мне прислала мать. Мне страх, не нравится, что ты поэт, что ты сдружился с лавою плохою, гораздо лучше с малых лет. Ходил ты в поле за сахою, если б дома жил ты изначала, то у меня была сноха. И на ноге внучок я качала, но ты детей по свету растерял. Свою жену легко отдал другому и без семьи, без дружбы, без причал. Ты с головой ушел в кабацкий омут. И на душе скоробль не больше, что у отца была напрасная мысль, чтоб за стихи ты денег брал побольше. Постой, не слава, ты не пошлёшь в дом. И потому так горько речь льётся, что знал поэтому деньги не даются. Я копкаю письмо, я погружаюсь в жизнь. Уже нет выхода в моем пути заметно, но все, что думаю, я после расскажу. Я расскажу в письме ответном.